Привет! Сегодня у нас на обзоре полностью беспроводные наушники от компании Dudukool, моделька D189. Стандартная для этой компании коробка, стоимость таких наушников 3000 рублей. И давайте заценим, что они из себя представляют. Вот в таком вот кейсе они поставляются, похоже на женскую какую-то вещь, например, пудреницу. Вот так вот внутри они у нас располагаются. Также в комплекте у нас практически ничего нет, только микро-USB кабель. И это у нас не амбушюры, это у нас заушины вот такие. Есть разного размера, и то, что это в комплекте, это плюс. Также сменные амбушюры. И больше ничего нет, наверное, больше ничего и не надо. Кейс у нас достаточно простенький, сделан из пластика, вот так открывается. Сразу у нас включаются наушники в этот момент. Сверху у нас здесь прячутся светодиоды, которые показывают, насколько заряжены наушники. Как только мы вытаскиваем наушники из кейса, они у нас сразу включаются и сразу же автоматически друг к другу коннектятся. И коннектится к телефону, это тоже плюсиком является. Такие они у нас среднего размера, в ушах очень хорошо располагаются. Вот эти заушины, большой плюс, что есть разного размера, то есть вот можете побольше подобрать. Они у нас подходят для занятий спортом и, наверное, не будут слетать. Вот это у нас клавиши, которые включают, выключают, можете пользоваться только одним. По дизайну они достаточно неплохо выглядят, чем-то похожи на свой же кейс. Вроде простенько, а вроде достаточно стильненько. Наушники у нас водостойкие, в дождь вы в них вполне можете гулять, да, уже в воду опускать их нельзя. Построены они у нас на чипе Realtek 5.0, да, это не технология IPTX, но тоже вроде как неплохо, но по звучанию мне, если честно, наушники не очень зашли. Играют они на уровне копии AirPods, возможно, даже чуточку-чуточку похуже. Звук здесь не сказать, чтобы прям чистые, не очень понравились мне здесь басы, они здесь не такие явные. Также средние частоты, хотелось бы более яркие, высокие более-менее нормальные. И по звуку я ожидал, конечно, больше. Вроде Dudukool всегда по звуку делала все очень хорошо. У меня были уже беспроводные их наушники, но вот это прям не очень понравилось мне. А вот микрофон порадовал, собеседнику все хорошо слышно, и для разговора эти полностью беспроводные наушники брать можно. Что касается заряда, 3-4 часа они выдерживают, также с кейса вы можете заряжать их 3 раза. Ну и кому же я могу их рекомендовать? Как по мне, неплохо они будут для утренних пробежек, для занятий спортом, так как не все беспроводные наушники в ушах располагаются хорошо. А вот и у этих наушников никаких проблем, в ушах они очень-очень хорошо располагаются, если вы чисто бегаете по утрам, занимаетесь спортом, вы не заморачиваетесь прям так по музыке, чтобы все отлично звучало. А вам нужно просто, чтобы хоть как-то звучало, то сойдет. 3000 рублей уже сейчас, это не сказать, что дорого для беспроводных наушников. Это средняя цена, бывает и подороже. Вот такие наушники, напишите ваше мнение в комментариях, понравились вам они или нет. Всем спасибо, пока-пока.